15 по 18 октября в Томске состоялся второй всероссийский фестиваль-конкурс детских коллективов эстрадно-спортивного танца. Он проходил по специальной федеральной программе «Культура России» при поддержке Министерства культуры и Российского дома народного творчества. Воспитанники Виктории 4-5 класс показали на фестивале три танца: «Зазеркалье детских душ», «Медовые радости» и «Летный класс». Итог двух концертных дней – золото и специальный приз зрительских симпатий. Кроме того, жюри отдельно отметили национальный колорит танца «Медовый сбор» и пригласили коллектив выступить с ним на следующий год в Москве на фестивале, посвященном народным танцам. Примерно в это же время уже в Ижевске прошел первый международный фестиваль-конкурс «Территория талантов». Здесь за призовые места боролась подготовительная группа «Виктории». Для детей 6-7 лет этот выезд оказался дебютным, и потому приятной неожиданностью стал успех юных танцоров. Им присвоили звание лауреата в первой степени, а также присудили гран-при в номинации «Эстрадный танец». Кроме того, коллектив был награжден кубком за супертехнику.